Я думаю, что нужна тактика и хорошо очень играть. Слушать друг друга. Конечно же, главное – это мечта, и рано или поздно у нас все получится, я это знаю, и надо усердно тренироваться. Слушать командира команды, ну и хорошо забивать голы. Надо понимать друг друга, чтобы все шло очень гладко, и тогда мы выиграем и получим кубок. Болеть за них обязательно, как бы, надо думать, что они победят. Надо быть командой и быть уверенным в себе. Наверное, они должны нормально играть. Ну, в смысле, хорошо играть. Должны болеть за нее. Жульничать. Набраться сил, не есть вредности, скажем так, и болеть за них обязательно надо. Мне кажется, надо быть сплоченной командой, разные схемы отрабатывать, новые.